Малышери, привет! Как дела? Ну, вообще, как ты себя чувствуешь? Как настроение? Скоро лето. Малышери, вот вышел новый трек у тебя. Хочу посмотреть. Еще хочу пару вопросов задать тебе, Малышери. Честно сказать, я соскучилась. Вот честно сказать. Что-то давненько я тебя не видела, не слышала. Мне вопрос, знаешь, какой? Какой у тебя рост, Малышери? Вот все-таки интересно. Ты очень красивый мальчик. Модельной внешности, да. Мне просто интересно. Есть у тебя девушка? Вот девушка такая любимая. Скажи, пожалуйста. Да. Твое любимое блюдо? Мне интересно. Вот какое твое любимое блюдо? Любимый напиток? Каким видом спорта ты занимаешься? Танцуешь ты? Любишь ли танцевать? Вот именно под музыку, да? И вообще, вот, Малышери, вот ты клип. Это, у нас здесь клип есть в этом Клипа нет. треке? Нету. Я вот хотела, чтобы нарезку сделала, вот на клип. Вот ты очень красивый мальчик. Например, вот просто себя показывай. Как ты ходишь, чем занимаешься, как ты бежишь, как ты расчесываешься. Нам интересно было смотреть, потому что ты красавчик. Тебя приятно смотреть. Ну что, друзья, поехали. Новый трек, ребятки, новый клип. Ну, клипа нет, трек новый. Буду слушать с наслаждением, ребятки. Маши. Ну а как же? Хотят сорвать, Инды, вот. Ну как же не сорвать? Красивую девочку хотят сорвать. Но не всем надо срывать. Девочки, не давайте себя срывать всем. Только любимому человеку. Ну, слушай, ну как же ты мог забыть имя-то ее? Мелчери. Мелчери! Как ты мог забыть проснулся ее и имя? говорит, красотка, а как тебя зовут? Бесконечных попойках, не заглушить сигаретами с водкой. Запах сирени со мной навсегда. Папочки сдохли внутри живота. Я был с тобой, но ты бы не думал. Шрамы на руках, ты напомненный рассудок. Я был с тобой. Ну что, ребята, скажу. Конечно, голос сильный, да, у Маши? Мне кажется, он очень сильно прокачался, как именно певец, да? Очень классно. Прям вот вырос очень Да, сильно. голос очень красивый, да. И вообще, Малышери сам по себе очень романтичный парень, да? Скажи, у него треки такие именно вот о любви, Но да? иногда, когда Малышери говорит, иногда непонятно, он шутит или серьезно. Вот эта фишка у него такая. Ну, он же молодой, он же умеет это, знаешь, делать тролли. Он может, Приколдесик. да, приколдесики. Голос красивый, ребятки. Голос красивый, нежный, вы сами слышите. Бабочки в животе вот Померли. улетели, да. Ну, не буду говорить, что умерли, а улетели. Ну, может, он думал, что Они разлюбил, но заснули просто, они нет, они проснутся. просто у тебя на минутку уснули, но они проснутся. Молодец. Действительно, ты вот, ну, повзрослел, да. Нет, но именно уровень того, как он поет, Да, очень да, вырос, очень да. классно. И текст. Текст изменился. Другой текст, ты понимаешь? Текст более такой, знаешь, ну, как тебе Взрослый, хочешь сказать? сказать? Да, и взрослый, и более вот такой, знаете, без юмора. У него же треки там юмор есть, даже пусть он о любви трек, там какой-то юмор присутствовал, да? А вот в этом треке нет. У него Серьезный, то есть, именно да? серьезный трек, да, молодец. Мне нравится, вот нравится твой трек, нравится твой голос, как звучит, молодец. Ты словно
конечно, конечно. И когда человека любишь, знаешь, человека любишь, девушку, да, ты вдыхаешь ее аромат, вдыхаешь. Даже если у нее, вот, знаешь, у некоторых девочек, ну, бывает, например, какой-то вкусный парфюм, который ей нравится, нежность. Вот ты раз почувствовал на ней, и потом ты будешь по улице идти, и вот просто ты знаешь, вот где-то промелькнул запах, и ты уже не поймешь, что такое, в чем дело. Ты понимаешь? И вот берешь, даже если останется вещь какая-то ее у тебя, например, ты просто скучать будешь, берешь эту вещь и просто вдыхаешь, да, и у тебя внутри живота будут бабочки. Бабочки проснутся. Да, проснутся, потому что это ее запах, ее, человек, которого ты любишь, понимаешь? Ну ты знаешь, что я тебе говорю-то. Что скажу, ребятки, я вам еще раз скажу, друзья, что Мелшер очень романтичный молодой человек. Ну, вы сами знаете, у него очень много треков красивых, любовных, да, именно о любви. Ну, во-первых, почему? Он избалован любовью, я так думаю, потому что он очень красивый мальчик. За ним очень много девочек охотится, я так думаю, потому что он действительно красивый. У него стрижка, волосы волнистые. Он как сирень, да, и его хотят сорвать. Волосы волнистые, он одевается стильно. Мы же много смотрели, и треугольнички были, и шарики были. Помните кружечки, как он показывал, какой костюм ему одеть? В телеграмме же кружки, да, в телеграмме. В телеграмме кружки, ребят. Он интересный молодой человек, конечно. И его тоже хотят сорвать многие девочки. Но не знаю, кому повезет. И я знаю, ребятки, что он очень хороший мальчик. Почему я это говорю? Человек просто видно. Человека видно, что он не нахальный. Он очень хороший, добрый, милый человек, да. Конечно, иногда он там духарится чуть-чуть, да, но это, ребят... Как это духарится? Ну, как сказать? Шуточку отпускает? Да, 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 да. А на самом деле он очень мягкий, очень милый молодой человек. Ребят, что скажу о треке? Мне трек понравился. Голос очень красивый, нежный, романтично поет, музыка очень красивая. Он держит зрителя, потому что интересно. Вот я смотрела, слушала его трек, ребятки, и как будто я вот... с ним была где-то, да? Вот, понимаете, я смотрю и вижу ты его. Ты с ним как... была? Да. Или ты девушку его представляла вместе с ним? Нет. Я как будто себя представляла. Посмотрела фильм о нем, понимаете? Да. О нем фильм посмотрела. Он так исполнял все это, понимаете? Душевно. От души, да. И мне интересно было слушать. Как будто я смотрела какой-то ролик о нем, ребят. Молодец, Мелшер, молодец. Мне нравятся твои стихи. Твои слова нравятся вот песням. Молодец. Нет гадости у тебя в словах. Это большой плюс для меня. Текст о любви. Спасибо большое. Пиши дальше. Ну, твоя песня «Ты не такая» нам тоже очень нравится. И да. Песня про кошек нам тоже нравится. Да, нравится. И про машину тоже. Да, молодец. Игривые песни тоже классные. Да, 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 да. Все это правильно ты говоришь. Ну что, Мелшер, всего хорошего. Спасибо тебе большое за трек. Мне очень понравилось. Пока.